пошла именно десантная гвардия и как в небе, и так на море. Но кроме этого, во время Великой Отечественной войны доблестью, мужеством, отвагой проявили себя морские пехотинцы. Самые горячие точки направлялись именно они. Крым, Севастополь, Мурманск, да и не счесть тех точек, куда бы ни направлялись ваши отцы и деды. И они доказали себя, что они могут служить Родине и Отчизне. Свою науку побеждать они передали вам, молодому поколению. Но вы в свое время, обучив